Ребят, всем привет! Сегодня 31 октября. Ну, в этот день обычно, конечно, многие отмечают Хэллоуин, но у нас будет сегодня свой небольшой шабаш. Мы едем на встречу с обезьянками. Очень многие из них для вас будут новыми обезьянками. В общем, поехали, Масянька, знакомиться с новыми обезьянками. Но кто же в гости ходит с пустыми руками? Для начала нам нужно заехать в магазин и прикупить немножечко вкусняшек. Масянь, что будем брать? Что увидишь, то и возьмем. Грушу будем брать, не? А бананы будем брать? Будем бананы брать? Скажи, бананы будем брать? Поехали за бананами. Вот, бананы сразу, да. Будешь, да, бананы? Да, бананы берем. Определенно. Масяня сказала, берем. Слюнки подбирает, да? Слюнки подбирает. Виноградика мазь будем брать, да? Будем виноградик брать, да? Ей можно взять вот такой вот, смотри, немножко. Ты хочешь? Ух, да, возьмем сейчас виноградика, подожди. Арбузик будешь? Арбузик будешь? Это табрис. Слушай, не забудь, это хорошая. А, вот она, да? Вот она. Не дави. Не дави. Вот. 4. Нет, опять она не съест. Нет, она сейчас достанет. Давай, доставай. Что там? Доставай. Что там? Посмотри. Доставай. Она пошла общаться. Ну что, у нас все готово. И теперь мы направляемся в гости. Девочка там, девочка, семья. Мася. Это можно просто положить или нарезать? Возьми яблочко-то, все. Возьми. Можно как его? Ну возьми, вредина. Ко мне иди. Да, давай, спускайся. Она нашла главное. Поближе к кухне. Поближе к камбузу. Да, именно к кухне, да. Кто там? Девочка. Ну еще с голодухи аппетит еще у нее хороший, да? Ну да, она так хорошо кушает. Но уже начинает маленько так тоже выбирать. Перебирай, да? Угу. Первые дни она вообще все подряд. Чтобы не увидела, сразу бежит к столу. А сейчас уже так, думчиво. Мась, не все. Кто там, Сёма? Девочка. Ай, какая ох, девочка. Ох, ему интересно. Красивая. Мась, скажи, что подальше от обезьян уходит. Да, да, да. Побаивать. Красивая девочка, да? Тут еще размеры-то какие. А мы неделю. Ты же мучили тебя голодом, да? Голодом. Блянь, кто тут? Да что ты такая трусишка? Посмотри. Ой-ой-ой. Она даже маленького боится. Папа, не бойся. Не бойся. Мать, ты там носки сейчас. Да? Да. Вот у нее пальчики. Я тоже обратил внимание. У нее как у него, посмотри. Лапища такая. У нее вообще таракани эти пальчики такие. Вкуснятина какая, Маси! А мне вообще всегда интересно, что у них в голове. Кто это там чухается? А? Ой, это что это, Катюш? Ты решила поухаживать? Да. Давай. Что там ты услышал, Сёма? Чё так беспокоишься? Всё в порядке, видишь, никто не волнуется, один ты. И она себя Мася может пришел. Как Маша в начале было с ногой, да, ранка. Я ее взяла, Мася там, пришел. Думаю, что за пятно, стала оттирать, и там... Ой, зимой. Ага. Сегодня ты пью. Сочится, там. Это пью. Как он там хорош. Не подходит, это... Хорош. Пью. Так пахнет классно. Ну. А ты ползет, короче. А что ты ешь-то? Ползи, не бойся. Как, посмотри, как ты. Хороший. И Маська трусиха там. И Маська там трусиха изучает.
Сема, главное, контролирует ситуацию. Да, да. Сама нежность просто, я в шоке. Да. Такая нежность. Смотри, смотри. Мужчина, можно с вами зазнакомиться? Мужчина. Мужчина, вы не против? Смотри, а к Володе пошла без проблем. Не, она людей любит, намного больше любит, чем обезьян. Смотри, подошла. Обалдеть. И вот это, кстати, видео, где вот он его есть заставляет. И это, и мы там поспорили, понимаешь, там были такие у меня оппоненты. И я это видео снимала показать, что если контакт есть с обезьяной, все равно ты его заставишь. Все, что угодно он сделает, если просит вожак. И я как раз это видео сняла показать, что он все равно ест это пюре, доедает и последнюю ложку проглатывает, а не выплевывает. Что заставить можно. Ты точно сейчас узнаешь? А? Да нет. Ой, боже мой. Ой, боже мой, мамочки. Мамочки, кто это? Сколько можно? А ты что там жалуешься? Кто-то ревнует, да, наверное? Слушай, а тут хвостика-то и нету. Я раз, да. А он закончился. Я говорю, когда вышло у вас такой хвост. Мамочки. Иди, посмотри. Мася. Дай ручку, Мася. Дай ручку. Ручку дай. Дай ручку-то. Посмотри. Покажи, где там. Ушко, давай. Осторожней. Да. Смотри. Ну что такая трусливая-то у меня? Что такая трусливая? Глянь. Нюхай. Давай. Да, с таким любопытством наблюдаю. Оп, почесался. Да вот он. Это очень важно, чтобы поезд был хороший, чтобы зашел новичок и такой. Но в принципе, вот такие все, да, там, допустим, тема help, там, да, помогите, разные срочные вопросы, да, там, медицинские. Там, она у тебя мужа уводит. Да. Кукетничает. Да. Девочка такая. Смотри, сейчас увидит. Я даже не сомневаюсь. У меня вообще с ней конкурировать как. Это же такое. Мужчина, я Вася на бег. Вася. Я вся твоя. Именно так. Ах ты засранка. Какая ты девочка. Аж пузырится. Аж пузырится. Ты что? Ногой так все помогли. Убираем конкурентов. Да. Это что же это такое-то? Вася, что происходит, да? Васяша, ты чего? Ты ревнуешь? Скажи, естественно, ты что, какая-то баба посторонняя? Разлеглась. Ай-яй-яй. Ноги выкинула. Молодой, пожалуйста, ай-яй-яй. Папа ревновать будет. Да. Что такое? Любовь нашла Мася, да? Нежданно-негаданно.
туалет. О, и я соскучилась. И я соскучилась. Да. Иди скорее. Ой, мать. Моя красавица, да, теперь ты к нам в гости приехала, да, не мы в Краснодар. Моя красавица. Держи меня крепко. Ой, обнимашечка, Тани. Ой, как прижал. Все, измена. Большая женщина. Пошла, пошла. Ой, да. Всем здрасте, брат! Здрасте, товарищи! Оп, пошла! Да! Девочки, может, вы помолчите уже? Брат, тебя там не хватает, на третий будешь? Хорошо. Иди третий будешь. Давай, горем. Все, мастер, все, ты будешь прошла. Брат, где там лялик? Посмотри, лялик. Где лялик? Она к нему. Пошла разговаривать. Что ты? Сюда иди. Что там? Что? Спроси у лялечки. Что там? Масяж. Мася. Уже Мася не успокоилась. Наконец-то, тихо. Так. Нет, кушай. Мась. Видите, дайте подержать. Пока он кожаненько сейчас, вот такие вот ящики, вот такие вот ласки, присоски. Вот примерно такое же самое ощущение. Ну, счастливый такой. Да, здесь тоже что-то прыгает. Оно живое. Вы знаете, я говорю, что кротик из мультиков Чехословакии. А вот вспомните. Да. Убежал. Маленький, да? Смотри, маленький.
Маленький, где сидел? Кого? Девочка. Кого? Ты моя сладкая. Печенюшку сперла. Это что? Кошмар. А нельзя, может быть? Нет? Конечно, может. Я просто удивлена, как она это. Ты моя... Как она ловко сперла, да? Мы даже не заметили. Я просто смотрю, там что-то такого не было на столе. Кожаные. Браша, ты не пропадешь правильно. Никто не знает, какие времена грядут на одном месте. Смотрит, смотрит. Нормально тут снимаешь? Иди сюда, иди. Куда ты пошла? Сядь к Леве. Иди быстро к Леве. Вот сюда иди к Леве. Иди посмотри, как иди он снимает. Смотри, ну-ка посмотри, что он там плов снимает. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Задом наперед снимает, да? Задом наперед снимает. Салфетки делает. И чтобы в темноте было не видно. Красавец. Мужчина. А мы тоже в этом? Брат, я тебя сейчас заберу. Смотри, смотри, Лёва там не так снимает. Ещё где-то есть там, на той стороне, но тяжелее, чем по жизни, мы его болеем. Ну? Обалдеть. Да. На, забирай. Начальник, ну это что-то настоящее. А, не будет, наверное. Не, она не будет. Понюхала это. Давай подержите. Ну что, друзья, мы только что вернулись с гостей, как обычно. С вкусняшками. Да-да, с вкусняшками от Браши. Решили сейчас попить чай на ночь, потому что время уже поздно, мы вернулись. Время провели мы очень замечательно, как вы видите сами. Также мы получили вот такой вот замечательный подарок от хозяина, где мы были в гостях, от Сергея. Наверное, конечно, будет сейчас не совсем понятно, но это костер на картине нарисован. Вот картина с инициалами хозяина. Вот, означает энергия НЖБ. Ну что? Мы пойдем пить чай. А вам пока-пока. Oh,